Кончиком такой был, как... Значит, это... Поболтаю немножко сегодня. Русский язык-то наш богатый, по большому счету. Вот наступления на нашу Россию идут и хотят нас сделать серыми. Серыми. Серые хотят нас сделать серыми. А у нас же там красота какая, да? Посмотрите, допустим. Зеленая зелень зеленеет зеленеющую зелень. А? Картина сразу такая. С этой картиной можно и засыпать, пока думаешь. Вот, переутомляется сразу. Осторожно. Вот. А вот гречан, то что то грин. Грин, 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 грин. Вот так, объясни ему эту объемность. Ему надо сказать нежная зелень, а тут потемнее зелень. А тут блестит она зелень, а тут на ветру она то белая, то зелененькая такая, да? Попробуй, а у него грин. Вот грин, а, да, грин, грин, да. Или, допустим, наши слова, скороговорочка, тоже одно слово берется, но тоже смысл разный, смысл. Косил косой, 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 да? Можно по-другому сказать, допустим. Косил косой, 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 косой. Вот, по-разному, понимаете, вот принимается. Разный можно смысл вложить. И люди поэтому могли... Гибкий у них ум был. Летучий, красивый. Вот. А... Алфавит, да? Надо. Надо, уже переутомились, да? Загрузка уже, все полностью. Азбука у нас была. Не алфавит, а азбука. Азбуки. Буквицы ведаю. А после из сознания вырастает Бога ведаю. Аз Бога ведаю. Глаголю добро, живя зелом. Да? Как упаки рцы с тобою. Глаголю. Убрали ферч. Убрали юз, малый юз, большой. Хер была буква. Сейчас все ржут, матом ругаются. О, херите, это оттуда. Паки хер. Нафиг. Все, что до него, другое идет. А с Бога ведаю, глаголю добро. Понимаете? Вот такой объем был. Нас плоскими хотят. Плоскими. И в школах сейчас совсем беда. Учителя не растут вместе с тем, что нарождается новое. Провели в Колпе на конкурс, какой там в школе, не буду называть какая. Выиграла 8 класс, выиграл первое место, патриотическое. Название группы 14/88. Вы тоже это не знаете, да? Пришел проверяющий, говорит, это что за грамота? Она говорит, вот патриотическое воспитание было. А что за название это? Вы понимаете, что за название? Она говорит, а чего? 14/88. А 88 это вообще Гитлер. Вот. Это гитлеровская символика. Вот. Группа нацменов, да, такая, выиграла первое место. Учителя ничего не знают. А ребята либо поржали, либо повеселились, либо на самом деле. Так что сами образуйтесь, сами в интернете ищите информацию. Но песни-то наши, это вообще кладезь. Недаром 100 лет уже отняли от нас песни наши. Исковеркали, обрезали их. Чтобы тоже не мыслили, не думали. А в песнях все было. Ну вот самая простая песня, да? Так она и просится, посвятила я ее нашей государственной символике. Сама напрашивается. Okay.
один белый, другой серый, гоняли по губе. Один белый, другой серый, а оба я гуся. На-на-на-на-на, гребень, терем. Хватит! Вот так примерно, да? Последние события показывают, что гуси жирные стали. Фу, пора из них делать. Дождемся весны, матушки. Проходи. Пирожки возьмите, чтобы я на них не села. Хорошо.